Здравствуйте, дорогие друзья, любители спорта. Сегодня с белорусского вокзала Москвы в Калининград через таможни отправились с тренером Виктором Павловичем Тюменевым, боксером Балашихинской школы бокса, Триэл Размадзе, Игорь Кочетков и Максим Акопов. На 16-й международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера России Рубова. «Янтарные перчатки» называется этот турнир, и проводится он на призы губернатора Калининградской области Николая Николаевича Цуканова. Завтра к нашим боксерам присоединится Азрет Эминов, и 4 наших спортсмена выступят на этих соревнованиях, где будут состязаться боксеры из России, Литвы, Латвии, Германии, Белоруссии. Дай пару слов сюда, почему это чемпион 75 лет. Олимпийская одежда. Нечто, первый раз с ним поехал. Ни разу с ним. Первый выезд в Калининград мой. Максим, ты знаешь кого-нибудь из Калининграда? Все знаем из Калининграда. А что мы знаем о Калининграде? До 1946 года город назывался Кёнигсберг, и калининградцы так и называют его Кёниг. Еще тут родились космонавты Алексей Леонов, Виктор Пацаев, Юрий Романенко, поэт Роберт Рождественский, певица Лада Дэнс, которая недавно была гостьей на шоу профессионального бокса «Битва под Москвой 2», певец и композитор Олег Газманов и еще Людмила Александровна Путина окончила здесь школу номер 8, недалеко от которой на улице Горького в доме 83 в центре бокса на стадионе «Трудовые резервы» 28 октября состоится торжественное открытие турнира. Под Калининградом сети разнообразных подземных сооружений, бункеров, хранилищ, тоннелей, военных заводов, даже аэродромов. В подземном городе спрятаны многие ценности, в том числе и янтарная комната. Не факт, что наши боксеры найдут ее, но мы будем ждать в Балашихе янтарных призов этого турнира. Желаем нашим ребятам успешного выступления на этом турнире и по мере возможности познакомим читателей с его подробностями. А сейчас напомним, что говорили калининградские тренеры на 10-м турнире на призы заслуженного мастера спорта Виктора Петровича Агеева. Турнир просто на самом деле классный. Пацаны разного уровня. И КМС, и перворазрядники, и международники. Вот это очень приятно посмотреть. И получаешь, такие бои все накаленные, пацаны выходят, дерутся, просто здорово. Спасибо всем организаторам. Спасибо организаторам, что вас пригласили. Большое спасибо. Турнир очень здоровский, наверное. Большой. Желаю ему, чтобы он вырос еще больше.